Мальчики молодцы, а ну разберитесь вот с этой картиной, потому что люди сильно блатные стали и говорили, что якобы они никогда не убирали, забыли, как в барах мыли, и тихонько говорили, вдруг хозяйка не услышит. Так переживают. Бойтесь Бога. Депрессия такая штука, что не знаете, что завтра может быть. Так что я после работы не устала. Просто хочу, чтобы мои коты баловались, особенно Беляш. Вот так, Беляш, молодец. Рви, солнце, рви. Только не кушай, рви. Давай, играйте, мальчики. Вот так, рви. А мне не жалко. А знаете почему? Тот человек, который мне предает, который даже я тайны свои открываю. Она мне... Пускай уходит навсегда. Я всем желаю здоровья, чтобы никогда в депрессию не падали. А, ну да. Осторожно за рулем. Вдруг за бортом окажется. На свете есть Бог. Беляш. Ну что? Вы знаете, раньше думала, что можно ценить такие вещи. Но я сегодня смотрю, думаю... Нет, такие вещи не ценятся. Пускай играются. Где третий? Сейчас третьего принесу. Рви давай, ёпа ты, мамина красивая. Беляш? Вот так, молодец. За маму, за маму. Вот так, вот так. Беляш, опа! Ребята, берегите зубы. Марк, так, только не драться. Ой, боже, даже ничего не этот, не стоило. Ай да, ручки не болят. На, не жри, не жри. Ну, в общем, картину разбираем. Даже не жалко, мне жалко детей, которые... Из-за проклятой войны свою жизнь теряют. Мне жалко матерей, которые слезы проливают. Мне жалко детей, что без отца остаются. Мне жалко детей, которые без матери останутся. А эта картина, пускай уходит с моей жизни, как и те люди, которые пришли случайно и случайно уходят. Так что, мальчики, я вашу мечту сделала. Все втроем три мушкетера. Беляш, Лео и Марк. Кто поймет, тот и поймет за картину. Ну что, рвем? Всем пока-пока.